Мемориальный комплекс «Парк Победы» официально открыт. Теперь каждый житель и гость Ташкента могут посещать его ежедневно с 9 утра до 6 часов вечера и стать свидетелями испытаний, выпавших на долю наших дедов и прадедов во время Второй мировой войны. Площадь этого мемориального комплекса составляет 14,5 гектар. Территория разделена на 12 зон. Сам комплекс состоит из двух частей – самого Парка Победы и Государственного музея славы, в верхней части которого свое место обрел памятник генералу Сабиру Рахимову. Основной целью создания данного комплекса является еще донести до сегодняшнего поколения все тяжести, которые проходили наши соотечественники. Данный комплекс состоит из двух частей. Основной комплекс – это Парк Победы и Музей славы Шан-Шараф. Композиции, собранные в музее, привезены из областей и отобраны специально созданными рабочими группами. Сегодня у нас знаменательный день в том, что открывается такой большой значимый комплекс, посвященный победе советского народа и союзников во Второй мировой войне, в которой приняли активное участие и наши узбекистанцы. Сегодняшняя молодежь, она мало интересуется этими вопросами. Почему-то, часто сталкиваясь с ними, задавая им элементарные вопросы, многие вообще не знают, а многие путаются. Поэтому считаю необходимым, чтобы сюда вот, в этот замечательный комплекс приходила молодежь. А молодежь на открытии все-таки была и успела проникнуться увиденным. Мне стало очень грустно, когда я увидела все это. Я бы не хотела, чтобы такое повторилось. Наши деды и прадеды сложили свои головы за нас. Я не хочу, чтобы такая война была в Узбекистане. Хочу, чтобы был мир и процветание. Напомним, что специально для тех, кто хочет получить более подробную информацию об экспонатах, на территории парка уже сегодня работают гиды. Хотим отметить, что в комплекс можно прийти в любой день недели. Вход платный.